истории для молодежи. Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов и магаданские добровольцы подвели итоги года. Участники организации «Волонтеры Победы» в 2019 году ездили на Всероссийский патриотический форум. На нем обсуждали праздники, которые посвятят году памяти и славы. Также на Колыме благодаря организации в этом году впервые реализовали акцию «Красная гвоздика». Значок этого цветка продают в магазинах, а вырученные средства отправляют на помощь ветеранам. Сергей Абрамов отметил, что деятельность волонтеров нужно продвигать во всей стране. Хотелось бы, конечно, чтобы вот у нас это волонтерское движение, оно было, но оно и сегодня есть. И я знаю, что молодежь с желанием и охотой обращается к вам, но чтобы оно действительно было широкое, да, и было действенное. Также на встрече подняли тему изучения истории. По мнению магаданцев, важно в преподавании этого предмета доносить информацию молодежи интересно. Отзывчивые колымчане планируют найти преподавателей, которые смогут рассказать о Великой Отечественной войне и участникам объединения, и школьникам на открытых уроках. Организацию «Волонтеры Победы» создали в 2015 году. В нее вступили уже около 100 человек. Это студенты и школьники. Добровольцы планируют привлечь в сообщество больше людей. Они продолжают помогать ветеранам и детям войны. Также хотят в 2020 году проводить больше встреч, которые посвятят празднованию 75-летия Победы.